Каролина готовится стать мамой, а отец будущего ребенка, Сергей Лазарев, души не чает в своей девочке, отметили в сети. Как оказалось, развод Мурата Нуличоглу и певицы Ани Лорак все равно бы состоялся. А все потому, что после предательства мужа с молодой моделью, Аня сначала ушла в депрессию, а потом неожиданно закрутила роман с певцом Сергеем Лазаревым. Лазарев помог выйти Каролине из депрессии весьма быстро. Он дарил ей приятные подарки, цветы и несколько раз возил отдыхать в жаркие страны. Вот именно там, на Мальдивах, певица и забеременела во второй раз. Срок и пол ребенка пока неизвестен в СМИ, но диванные эксперты отмечают, что аккуратный животик и плюс 7 килограммов тянет где-то на 3-4 месяц беременности и, судя по всему, будет мальчик. На последнем концерте в Ессентуках Ани Лорак представила красивые облегающие костюмы в шоу «Дива». Наряды звезды достаточно четко и ярко выделили всю фигуру, сразу стало понятно, что Аня перестала скрывать беременность от общественности и уже потихоньку подготавливает публику к следующей новости. Когда помолвка и свадьба с Сережей, вопрос времени, но ребята не спешат все рассказывать, поскольку и сама певица, и Лазарев очень суеверные. Все помнят, что Сергей до 2 лет скрывал своего сына от прессы, а первое фото Никиты Акулы пера получили почти в 4 года. Оно и понятно, ведь у Ани были сложные отношения с мужем, где ей приходилось работать за двоих и терпеть постоянные гульки своего экс-супруга Мурата. Сейчас Лорак и Лазарев наслаждаются друг другом и готовятся стать молодыми родителями уже во второй раз. Поклонники пары отмечают, что Лорак действительно расцвела с Сергеем, а Лазарев стал более мягким и очень трепетно относится к новой возлюбленной.